Доброе утро всем, кто присоединился к нам. У нашего сегодняшнего гостя дебют. С самого раннего детства Мурадин Байчуров увлекается музыкой, а точнее занимается вокалом. Сейчас он студент отделения академического вокала колледжа культуры и искусств имени Аслана Даурова. И в эти минуты в нашей студии Аслан расскажет моей соведущей Белли Джазаевой о любимом музыкальном направлении и поделится своими амбициозными планами на будущее. Доброе утро всем, доброе утро, Мурадин. Доброе утро. Я благодарю тебя за то, что ты приехал сегодня к нам в гости, ты приехал к нам первый раз, и вообще это у тебя сегодня дебют. Мало кто знает о твоем творчестве, но мы сегодня наших зрителей с ним познакомим. Ты сейчас учишься в колледже культуры и искусств имени Аслана Даурова, академический вокал. До этого ты окончил музыкальную школу, тоже вокальное отделение. Это я все говорю к тому, что музыкой ты занимаешься с самого раннего детства. Ты родился в музыкальной семье? Вообще, как вот это у тебя началось увлечение? Вообще, у меня не музыкальная семья, прям таки. Угу. Родители бывали там, пели где-то, выступали, но не прям музыкальная. На любительском уровне? Да, на любительском. Ну, а как ты оказался в музыкальной школе? Сам пришел, маму попросил, мама привела. Как получилось? Дело было так. Я слушал музыку и подпевал. Угу. Песню слушал и подпевал. Мама услышала, как я пою. Ей понравилось. И она почувствовала, что у меня талант. Угу. И захотела отдать меня в музыкальное. И мы пошли, и я стал. В общем, ты так втянулся, что решил поступить в музколледж. Да. Я знаю, что в твоем репертуаре в основном классика. Тебе больше нравится классика. Вот расскажи о своем репертуаре. Что ты исполняешь? И ну, программу, которую вы изучаете, правильно? Да. А кто еще нравится? Из классики Паваротти нравится. Угу. Ну, ты же эстраду поешь? Эстраду? Ну, я... Можешь петь, по крайней могу. Мере. Знаешь, я слышала, что у тебя такие амбициозные планы, что ты... Хочешь покорить лучшие сцены мира. Это, конечно, очень хорошо, очень классно. Вот обрисуй свое будущее. Каким ты его видишь? Я вижу себя... На большой сцене? На большой сцене. Как я гастролирую по странам, по городам. Как я получаю... Я желаю быть не только певцом, я буду еще и актером, и режиссером в свое время. Ну, я верю, что так и будет. И я вижу, как я буду получать разные награды, Грэмми, Оскар. Ну, просто прекрасно, дай бог, чтобы так и было, и чтобы у тебя была куча поклонниц, правильно? Ну, что ты сегодня исполнишь нашим зрителям? Мне очень понравилась песня из мультфильма «Тайна Коко». Песню наших сердец, что стучат в унисон, в ритме легком, как детство, и быстрым, как сон. Никак не напеться с тобой, мое сердце, под эту музыку, микоросон. Никак не напеться с тобой, мое сердце, под эту музыку, ми корасон. Спасибо тебе. Ну, я слышала, как ты академические песни поешь. Это тоже очень классно. Я желаю тебе вот того, что ты сам себе пожелал, творческих успехов. Спасибо тебе. Вам спасибо за то, что пригласили меня. Вещание на телеканале «Россия-1» продолжила программа «Карачаевская редакция». В 14:30 «Вести» с Шемезом Пхешховым. Хорошего всем дня! Весна будет чудесной! С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк.
7 по 10 апреля выберите мебель, предметы интерьера, материалы, комплектующие и оборудование для деревообрабатывающего и мебельного производства на выставке «ЮМИЦ». Краснодар, Конгрессная 1, Экспоград, Юг. Бесплатный билет на выставку по промокоду «ЮМИЦ» на сайте yumits.ru. Грандиозное шоу династии Богдасаровых в Кисловодском цирке с 13 марта. Биберленд. Миру сыр. Карачай Черкес Кыргыз телерадиокомпанияны Карачай бөлүмүнө ана тилин иги билген, кескин арыз сөйлөшкөн журналист да берүүлөрүн бардыруучу керектир. Ишке кирге излегенлиги биздин телефонубуз